Приветствую вас, и ситуация, безусловно, у вас достаточно сложная, неоднозначная, и могу представить, что вы растеряны. В первую очередь хочу задать вам вопрос. Вы хотите сами этого ребенка или нет? Это главный вопрос, на который вам нужно ответить. Если хотите, если вы рады, то ваш ребенок, то вы можете его обеспечить, можете дать ему полноценное достойное детство, то все хорошо. И папа, может быть, со временем появится у него, и все у вас будет нормально. Но если вы не хотите, если вам... вы не видите выхода из ситуации, если вы считаете, что ребенку вы не сможете дать того, что ему нужно, то тогда, возможно, стоит рассмотреть вариант. То есть, вы спрашиваете, как перешагнуть через это и жить дальше. Вы знаете, вы ведь не знали. Вы были уверены, что бесплодны, и вы ничего плохого с этой точки зрения не сделали, если вы об этом. Вы не думали о последствиях в этот момент, потому что были уверены, что их не будет. И когда это произошло, для вас так оказалось полной неожиданностью. Конечно, есть такие мужчины, которые начинают встречаться и даже берут к себе в семью беременных женщин. Просто нужно, наверное, постараться внести какие-то коррективы в свое поведение, чтобы такого вот серьезного мужчину ответственного взять себе мужья. Для этого, возможно, вам необходимо провести некоторую корректировку ваших алгоритмов поведения для того, чтобы более направленно вести себя с мужчинами. Если же вы не желаете, чтобы у ребенка был отец, и желаете воспитывать его самостоятельно, тогда нужно попросту продумать, как это все будет, построить по возможности четкий план, и тогда у вас все будет нормально. В любом случае, самого ребенка нужно воспринимать как радость, как благословение, ведь вы хотели его очень сильно, как я понял, и с вами это произошло, так что я думаю, это повод для радости. Ну, а дальше, в зависимости от того, как вы видите его воспитание и как вы хотите строить свою жизнь, вам уже нужно принимать решение. Главное, в обязательном порядке постарайтесь ответить на тот вопрос, который я вам задал в начале. Именно от него все и будет происходить дальше. Было бы желание, а возможности найдутся всегда. Главное, верить, что вы сможете. Главное, верить, что вы обязательно дадите ребенку достойное детство, достойную жизнь и прилагать все усилия для того, чтобы действительно это осуществить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.